15 юных жителей области, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, получили сегодня подарки, о которых написали в письме главному зимнему волшебнику Деду Морозу. В списке были и современные гаджеты, и спортивный инвентарь, и наборы для творчества. В общем, все то, что, как правило, и хотят получить в подарок мальчики и девочки их возраста. Возможным это стало благодаря доброй молодежной акции «Елка желаний», которая проводится в рамках республиканской инициативы Союза молодежи и пионерской организации «Чудеса на Рождество». Различные желания у детей, которые они исполнить сами по объективным причинам не могут. Мы подключились, 15 детей со всей области приехали сюда со своими родителями, и эти заветные желания будут осуществлены. Организаторы благотворительной акции уверены, ее проведение было бы невозможно без участия партнеров и спонсоров, предприятий и организаций области, которые внесли свой посильный вклад в общее праздничное дело. Если у нас есть возможность оказать им помощь, если у нас возможность хоть на какое-то мгновение, хоть каким-то небольшим там телефоном или планшетом, подарком украсить их жизнь, почему бы не сделать? Поэтому здесь не просто областное объединение профсоюзов принимает участие, а здесь по согласованию со всеми отраслевыми областными комитетами мы принимаем участие и вот дарим два подарка. Телефон и планшет. Помимо вручения подарков, в рамках акции состоялось выступление творческих коллективов. По словам организаторов, они старались продлить атмосферу уходящих праздников. И, судя по реакции ребят, можно смело утверждать, им это удалось. Некоторые дети не могут себе чего-то позволить. Они просят и, получается, переполняют эмоции, радость и счастье. Я каждый год пишу письма и я верю в новогоднее чудо. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.